Ну что ж, всем привет, друзья! И с вами снова я, Чапаев, собственной персоной. В последнее время многие на ютубе все узнают, куда же я пропал, когда будут новые ролики, что с каналом, почему такой простой и вернусь ли я вообще. Так вот, пора ответить на все эти вопросы. Дело в том, что я в середине июля снова улетел в командировку по работе и полноценный подкаст или же обращение сделать не успел, ибо все это произошло очень быстро. Тем, кто находится у меня в группе, давно знали, что я на некоторое время отлучусь. Там я всех оповестил, поэтому не ленимся и вступаем в группу. Там обычно все новости из первых рук. Так вот, сама командировка планировалась буквально на месяц-полтора, но все прошло не так гладко, как хотелось, и задержали меня еще на один месяц. Ну и вот я наконец-таки вернулся, и сейчас у меня будет куча свободного времени, отпуск, и я как следует уделю его каналу и новым видео. Во время своего отсутствия я, как обычно на досуге, заготавливал новые прохождения, и собственно сейчас у меня имеется несколько прох по вполне отличным играм, которые я, кстати, брал из ваших заказов. Буквально на днях уже начну их заливать. Это само собой ретро и прохождение по Сеге и Неске. Совсем скоро еще забацаю ретро-опрос группе для разнообразия. Пока буду заливать то, что имеется. Ну а теперь перейдем к сериям игр. И начнем, пожалуй, с Резидента. Перед отъездом я полностью одолел Resident Evil Zero. И обещал по приезду сделать бонусный ролик, где продемонстрирую новые катсцены, костюмы, бонус-режим за Вескера, а также полностью пройду режим Лич Хантер, который очень и очень сложный. Пожалуй, даже тяжелее любых наемников. Ну а после того, как закончим Зеро, быстренько пробегу ремейк за Криса. Ну а вот уже после начнется самое интересное. Это Umbrella Chronicles и Darkside Chronicles, которые представляют собой тир и кратко пересказывают классические игры серии, а также дополняют их новыми эпизодами. Тут и рассказывается предыстория Краузера и Леона, когда они были еще напарниками, и многое другое. Выходили они эксклюзивно на Wii, а позже их портировали на PlayStation 3. Очень классные части, и я сам уже жду не дождусь, когда к ним приступлю. Само собой, с переводом проблема, да и даже если бы он и был, читать это попросту неудобно. На экране враги, перестрелки, курсор летает туда-сюда, и еще читать субтитры. Для полного погружения и комфортного просмотра, конечно же, озвучим Steam Raccoon. Ну а там уже и долгожданная четвертая часть будет. Но не будем пока забегать сильно вперед, об этом уже в другой раз, ближе к делу. Следующее, о какой серии поговорим, это Metal Gear Solid. Напомню, что прохожу я в хронологическом порядке, и уже пройдены шедевральная третья часть, PSP-шный Portable Ops, и последнее, что было по МГСу, это Peace Walker, который тоже вполне отличный боевик с неплохой историей. Ну и следующее на очереди, это Metal Gear Solid V, куда входит Ground Zero и The Phantom Pain. Да-да! Правильно называется как раз таки V, а не как многие путают ее с римской цифрой 5, якобы это пятая часть. Ground Zero является не полноценной длинной игрой, а всего лишь приквелом к фантомным болям, действия которых происходят спустя год после Peace Walker. Перед тем, как проходить на канал, в командировке сам решил для себя пройти ее полностью, чтобы узнать, что она из себя представляет. И, честно говоря, она получилась очень нудной, долгой и затянутой. Ушло у меня на нее порядка 40 часов. Очень много ненужных второстепенок, скучных однообразных миссий и многое-многое другое. Всего так сразу и не перечислить. Но в некоторых моментах игра все же выстреливает и порой приятно удивляет. Ну и раз я уже пообещал пройти всю серию, были уже вопросы, когда же ждать Phantom Pain, то, конечно же, я ее пройду на канал и сделаю ставку на сюжетное прохождение. Буду стараться вырезать ненужное и что лишь будет удлинять продолжительность видео. Например, прокачка Mother Base, тут она, кстати, тоже есть, второстепенные миссии, покупка оружия и так далее. И стараться все сделать для более комфортного просмотра, как это было в случае с Peace Walker. Ну, сюжетные миссии я, конечно, все же не буду вырезать, хоть там и половина очень скучных. Ну и аудиокассеты.
который тоже дополняет сюжет. В общем, предупреждаю сразу, что партов будет очень много, ибо игра просто огромная. Ну, благо, в отличие от предыдущих трех частей, здесь не нужно париться с переводом. Напомню, что все прошлые части были полностью на английском языке, и я убивал невероятно много времени на этот самый перевод. А здесь же просто прошел, обработал и залил. В принципе, недолго займет времени. Но уже после МГС Ави приступим к старым Metal Gear'ам, которые вышли в далеком 87-м и 90-м годах на MSX, и на что только не были портированы. И там уже начнется самое интересное. Идем дальше. The Evil Within. Потрясающий хоррор-проект от небезызвестного творца, отца и создателя Resident Evil, Синдзи Миками. Я уже о нем заикался как-то и планировал пройти, но уделил время другим проектам. Ну а сейчас самое время к нему приступить. Сам по себе времени он долго не займет, самому хочется его очередной раз перепройти, да и были неоднократно вопросы, когда же я уже к нему приступлю. Как я уже говорил ранее, одна из лучших игр 2014 года, по моему скромному мнению. Пройду полностью как основную игру, так и все сюжетные дополнения, которые выходили. Всего их было три. Ну и само собой будет полное и подробное прохождение с показом всего и вся. Всех записок, газетных вырезок, аудиодневников и всего, что только есть в этой игре. Любителям хорроров и игр в духе Резидента не проходить мимо. Следующая – это серия Dino Crisis. Напоминаю, что классика с PlayStation 1, а именно первая и вторая часть, полностью пройдены. И остались всего две части в серии. Это третья часть, которая выходила на оригинальном Xbox, и она толком ничего общего не имеет с классической дилогией. А также спин-офф под названием Dino Stalker, который вышел эксклюзивно на PlayStation 2 и является аркадным шутером от первого лица. Раньше я хотел начать с Dino Crisis 3, ибо думал, что обе эти игры имеют мало общего с прошлыми частями, но все же любопытно взглянуть и хотелось бы закрыть всю серию полностью. Как подсказал один хороший парень в группе, третью часть возможно полностью пройти через эмулятор на Xbox 360, что я в будущем и планирую сделать. И вот совсем недавно узнал, что спин-офф Dino Stalker имеет небольшую связь с прошлыми частями, хоть и немного. И поэтому я решил начать все-таки с него, но уже после него отправимся в космос истреблять динозавров. Топаем дальше. Layers of Fear. Потрясающая и атмосферная хоррор-адвенчура с весьма неплохой историей про художника, неудачника, пьяницу-шизофреника. Как вы помните, я ее полностью прошел, показал все предметы, записки, сделал отдельный ролик про пасхалки, разбор сюжета и, можно сказать, досконально разобрал по кусочкам. И вот я пока был в командировке, вышло дополнение. Layers of Fear Inheritance. На этот раз мы будем играть за дочурку главного героя и прольем еще немного света на эту мутную запутанную историю. Сам я ее пока не проходил и собираюсь буквально на днях к ней приступить, чисто для ознакомления, чтобы опять показать все предметы сбора, записки и пасхалки. И да, как и в случае с оригиналом, мы тоже полностью ее озвучим. Как только все будет готово, сразу же приступлю. Не думаю, что это много займет времени. Также, чему хотел бы уделить внимание и пройти в ближайшее время, это ураганный слэшер, выполненный в неоновых тонах и с потрясающим саундтреком. Фури. Начну, пожалуй, с небольшой предыстории. Перед самым отъездом в командировку, эту игру давали бесплатно в PSN, и она на тот момент только-только вышла. Посмотрев на скрины, она мне не понравилась. И я скачал ее просто потому, что ее давали на шару. Просто ознакомиться. И вот, запустив на досуге, я попросту не мог от нее оторваться, пока не прошел полностью. Итак, что же это такое? Это очень качественный и сбалансированный слэшер, который состоит из одних боссов. Здесь нужно очень тщательно оттачивать каждое действие и рассчитывать буквально каждую секунду. Управление довольно простое, быстро усваивается, механика игры тоже, и через полчаса уже сам не замечаешь, как погружаешься в нее с головой.
Само собой, игра очень и очень хардкорна, и с каждым боссом порой приходится проводить по 10 рестартов и тщательно изучать его тактику и слабые места. В общем, она дико ураганная, и ладони там потеют, как в той же Контре и Бэтмене на Робине на Сегу. Поэтому кому, как и мне, нравятся бешеные игры на реакцию, где надо постоянно уворачиваться от сотен пуль и рассчитывать каждую микросекунду, советую ознакомиться лично. Даже если будет отпугивать скриншоты, все равно попробуйте. Думаю, не пожалеете. Ну а саундтрек просто выше всяких похвал. Каждый второй трек заслушиваю в машине и на плеере. Так что совсем скоро и этот обезбашенный, хардкорный и ураганный проект под названием Фури тоже будет на канале. Ну что ж, на этом у меня в принципе и все. Или нет? В завершении надо бы и обрадовать старичков и сделать утешительный приз за такой долгий простой. Вы же не думали, что я обойдусь одними ранее названными проектами? Итак, мой подарок за то, что вы дождались меня, друзья, будет... Crash Bandicoot! Да-да, он самый. Учитывая, сколько раз его просили, он не нуждается в представлении. Ну а если двумя словами, то это потрясающий платформер на PS1 и один из моих самых любимых в данном жанре. Сначала я пройду основную трилогию, а там уже поглядим, ибо с другими частями я не знаком. Так что совсем скоро ожидайте первую часть. И, собственно, это еще не весь подарок. Я тут еще кое-что приготовил под самый занавес. Итак, затаите дыхание. Да, это долгожданный паразит, которого не просил разве что ленивый. Я собирался силами к нему приступить очень давно, но мешало мне отсутствие перевода. И вот прошел уже год, а продвигается это все очень и очень долго. Возможно, русификатор и выйдет когда-то, но а когда, неизвестно. Я, если честно, сам очень устал ждать, поэтому решил потихоньку начать с первой части. А сиквел уже переведем совместными усилиями. Кто обладает хорошим знанием английского, буду рад вашей помощи. А также поищу хорошего переводчика, который возьмется за это дело за небольшое денежное вознаграждение. Или же напишу тем же ребятам, кто переводит, и попрошу у них. В общем, ближе к делу уже что-нибудь придумаю. Не в первый раз с переводом париться. Ну а пока потихоньку приступлю к первой части, ибо там с переводом все отлично. И да, так как игра полностью немая, и все диалоги персонажей там лишь в виде текста, очень хотелось бы их озвучить с нашей командой, чтобы без того потрясающая игра смотрелась еще более комфортно. Так что, вот такие новости. На этот раз я уже буду потихоньку приступать. Следите за новостями. Как только, так сразу. Ну и в завершении хотел бы сказать, что в будущем планирую провести стрим, где сделаем ставку исключительно на живое общение. Поиграем во что-нибудь, позадаете свои вопросы, которые накопились годами, проведем небольшой дружеский поединок Mortal Kombat, где у вас будет отличная возможность надрать задницу самому Чапаеву и получить за это приз. В общем, много еще что надо обдумать, подготовить. И думаю, в конце этого месяца или в начале следующего уже проведем. О дате проведения я говорю заранее и несколько раз. Так что не бойтесь, не пропустите. Думаю, что это вполне хорошая идея. А то очень много задают личных вопросов, и я уже устал отвечать на них в комментариях. Разбавим немного привычный формат. Ну и собственно на этом у меня все. Хотел бы поблагодарить вас, друзья, за поддержку. За то, что ждали, отписывали, постоянно интересовались и ждали мое творчество. Темными холодными ночами, вдали от цивилизации, лежишь себе, скучаешь и читаешь очередной комментарий. Мол, Чапаев, когда уже вернешься, когда будут новые видео, ждем, не хватает тебя и так далее. В такие моменты понимаешь, что не зря убиваешь столько времени на качество контента. И людям по-настоящему интересно. А это самое главное.
Ну а я в свою очередь навалил на себя целую кучу проектов и теперь наверсаю упущенное за все 3 месяца. Канал будет продолжать расти в еще более огромных масштабах. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем спасибо за внимание, совсем скоро увидимся. Всем удачи и до новых встреч!